С 2020 года, когда заявление о распоряжении материнским капиталом на улучшение жилищных условий для погашения кредита на приобретение или строительство жилого помещения стало возможно подавать непосредственно в банке, где семьи открывают кредит, в Дагестане с начала действия программы этим воспользовались 2220 получателей сертификата. В текущем году 474 семей в Дагестане обратились напрямую в банки для привлечения заемных средств на покупку или строительство жилья с использованием сертификата на материнский капитал. Улучшение жилищных условий – одно из самых востребованных направлений для распоряжения средствами маткапитала. Купить жилье можно, когда ребенку с рождением, в которого возникло право на сертификат, исполнится 3 года. Исключением является погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. В данном случае использовать средства можно сразу после рождения ребенка, не дожидаясь исполнения ему 3 лет. Также следует помнить, что для использования материнского капитала жилье обязательно должно находиться на территории России. А все расчеты с материнским капиталом осуществляются исключительно безналичным путем. Подать заявление о распоряжении средствами маткапитала имеют право владельцы сертификатов, причем как лично, так и через законного представителя. Сделать это можно на портале госуслуг, в клиентских службах Социального фонда по Республике Дагестан и в МФЦ.